Каждый иной, разгуливающий на свободе, находится вне закона. Эти создания чрезвычайно опасны, и мы не можем позволить им жить на свободе. Хлоя! Эй, тебя же могут увидеть. Прости, папа. Мы должны прятаться. Видишь, мы так похожи на них. Куда собралась, малышка? Я больше не хочу прятаться. Ты должна быть сильной, как твоя мама. Вы знали мою маму? Хлоя! Нет! Я видела маму. О чем ты говоришь? Что же ты там увидела? Они схватили ее. Мама не умерла. Что? Она на свободе. Нам никогда не выбраться отсюда живыми. Эйлин! Берите девчонку и уходим. Смотри, что ты наделала. Я спас вас!